23 апреля сего года в Экотехнопарке состоялось интерактивное шоу-презентация одного из самых масштабных экобизнес-проектов 21 века – «Экофест Skyway». Праздник, прошедший под девизом «Остановить разрушение биосферы – дело техники», собрал сотни гостей, инвесторов проекта Skyway из 40 стран мира и на целый день сделал строящийся центр демонстрации и сертификации струнных технологий средоточием добрых слов и благородных дел. В 10 часов в экотехнопарке Skyway открылась регистрация, давшая начало фестивалю. После ее прохождения желающие смогли приобрести информационные материалы о технологии Skyway и ее авторе, сделать фотографии на память в предусмотренных для этого фотозонах, принять участие в создании картины будущего Skyway, мастер-классе по игре на барабанах и других развлекательных мероприятиях, недостатков которых не было. Отдельной частью программы «Экофеста» была акция «Посади дерево», в рамках которой участниками мероприятия был разбит целый сад общей площади около 1,5 гектара. Однако, бесспорно, главным поводом посетить фестиваль была возможность в праздничной и дружественной атмосфере собственными глазами увидеть, как продвигается строительство экотехнопарка Skyway, центра практической реализации инноваций Skyway, их международной сертификации и экспертизы. Ровно в полдень началось торжественное мероприятие по закладке капсулы времени, содержащей послание потомкам, живущим в эпоху, когда струнный транспорт Skyway станет частью повседневной реальности. После зачитывания текста послания оно было подписано человеком, без которого не было бы ни технологий, ни перспектив ее развития, ни самого праздника, генеральным конструктором, генеральным директором ЗАО «Струнные технологии» Анатолием Эдуардовичем Юницким. Затем капсула была заложена в специальное углубление, и на месте закладки был установлен памятный знак, ставший еще одной достопримечательностью экотехнопарка. После обеда, приготовленного из экологически чистых продуктов, показавшегося особенно вкусным на свежем воздухе и сопровождавшегося неформальным дружественным общением, в час дня участники форума были приглашены занять свои места в шатре, где началась официальная часть мероприятия. Первое слово было предоставлено генеральному конструктору, генеральному директору закрытого акционерного общества «Струнные технологии» Анатолию Юницкому, который решил сделать это в форме видеообращения, а на все возникшие вопросы ответить в конце конференции. Помимо него, слово взяли живой классик белорусской литературы Анатоль Боровский, автор биографической книги Юницкого «Небесные дороги», исполнительный директор Ассоциации «Возобновляемая энергетика» Владимир Петрович Нестюк, вручивший руководителю ЗАО «Струнные технологии» свидетельство о членстве в этой уважаемой организации, насчитывающей 65 организаций-участников из разных стран, и другие ораторы. В выступлениях всех участников конференции особенное место уделялось экологической составляющей струнных технологий. Приведем некоторые выдержки из них. Если мы не будем опережать время, время нас просто задавит. Поэтому я очень рад сегодня встретиться со всеми вами и, конечно же, увидеть уважаемого Анатолия Эдуардовича, ну и пожелать, чтобы ряды наши расширялись, чтобы все больше людей включалось в эту важную инициативу. И пожелать, чтобы у нас с вами хватило терпения, мужества и уверенности в том, что мы делаем благое дело. Спасибо. Спасибо, что вы взяли в руки будущее нашей планеты. Среди вопросов, заданных участниками форума Анатолию Юницкому, особенное оживление у публики вызвали вопросы о сроках и специфике процедуры сертификации струнного транспорта. Ну, сертификация, на самом деле, слово это не должно никого пугать. Это достаточно простая вещь. Это значит, надо соответствовать неким требованиям. В данном случае то, что мы делаем, оно состоит из трех составляющих. Есть подвижной состав, транспортное средство, да? Есть эстакада, это дорога, есть инфраструктура, станция, вокзалы, терминалы и так далее. Строительные объекты не сертифицируются, ни генмост не сертифицируется, ни одно здание не сертифицируется. Там проходит экспертиза и сдается в эксплуатацию, подписав акты ввода, когда эксперт убедится, что все нормально. Так? Там только надо использовать сертифицированные материалы, допустим, арматура, естественно, у вас она сертифицирована. Бетон, естественно, тоже сертифицированный. То есть элементы должны быть сертифицированы, не бесплатно. По действующим нормативам, они международные, мы делаем для всего мира, не для Беларуси, подвижной состав не всегда нужно сертифицировать. Можно объявить о том, что оно соответствует требованиям, и этого достаточно. Но мы, естественно, не просто будем объявлять, мы уже эту работу ведем сейчас, а будем через определенные
структуры показывает, что мы соответствуем требованиям подвижного состава. В данном случае мы попадаем под определение трамвая. Стальные колеса движутся по стальному рельсу. Это разновидность трамвая. И поэтому мы будем сертифицировать по нормативам трамвая и использовать на более жесткие нормативы разных стран. Организации Объединенных Наций, США, ЕС, России, Белоруссии, ну и ряда других стран. И с каждого с требованием каждой страны берем самое жесткое требование. И что такое сертификация? Ну, для того, чтобы войти в транспортное средство, нужно зайти в дверь. Естественно, дверь должна заехать и инвалидная коляска. Поэтому, естественно, дверь не может быть уже 900 мм. У нас дверь 1200 мм. Наверное, мы пройдем сертификацию по этому показателю. Для того, чтобы зайти в дверь, надо зайти комфортно. Не стукнуться головой там, да, вверх проема. И поэтому, допустим, для таких вот транспортных средств высота двери требуемая 1800 мм. А у нас будет 2000 мм. Наверное, мы сертифицируем. Да? Например, одно из требований внутри салона должен быть негорючий материал. Естественно, кто-то может закурить или бросить там что-то загорится, тем более на высоте. Мы, естественно, не будем использовать негорючий материал. Причем не то, что трудно воспламеняемый, а вообще негорючий. Металлы, ну и так далее. И, ну, допустим, по шуму. Естественно, не должно быть там шум больше 80 дБ. Но это достаточно серьезный шум. У нас будет 60 дБ. 20, это, разница в 20 дБ это не на 20%. Это разница в сотни раз, там логарифмическая зависимость. Ну, можно назвать еще другие показатели. Их много, и мы знаем эти показатели, поэтому мы сертифицируем в любой стране без проблем. И мы эту работу ведем, у нас даже есть служба по сертификации, эта работа ведется. По завершении конференции зал буквально порвал белорусский силач, пауэрлифтер, рекордсмен Книги рекордов Гиннесса Кирилл Шимко, в активе которого есть уникальные рекорды перемещения транспортных средств, среди которых самолеты, танки, башенные экраны, автомобили, железнодорожные составы и карьерные самосвалы, что делает его в каком-то смысле нашим коллегой. Но самое интересное, организаторы приберегли для гостей фестиваля на улице, где один из сильнейших людей мира проверил на прочность ключевой элемент струнных технологий. Протащив на струне диаметром всего лишь 4 мм многотонную строительную машину, белорусский силач выразил свое восхищение инновационной технологией, высказал желание сделать фото на память с ее изобретателем, а также усилил своим участием и так не слабый круг поклонников технологии Skyway. Чувство переполняет масштабом этого проекта. Когда-то кто не верил в интернет, о том, что можно покрыть весь мир и передавать информацию за секунды, общаясь по телефону, в рассказах 80-х это звучало фантастика, фантастический рассказ. С того времени прошло не такой большой отрезок времени, и сегодня это ушел в быт, естественное положение вещей. Сегодня я чувствую, что я стою на пороге исторического события. Для меня огромнейшая честь лично быть знакомым с Юницким Анатолием Эдуардовичем. Я хочу сделать личное фото и своим предкам, внукам, внучкам я буду рассказывать и гордиться этим великим человеком. Ура! Большой вам поклон. Прошка вы, спасай планету! С такими партнерами нам никакие преграды не страшны. Но на этом развлекательная часть фестиваля не завершилась, и его участники, освежившись на свежем воздухе, получили возможность согреться, танцуя под выступление кавер-бенда «Йогурт» и певицы Анны Шалютиной, стипендиата специального фонда президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи.
По признанию многих участников экофестиваля SkyWay «Остановить разрушение биосферы дела техники», данное мероприятие явилось значительным событием в развитии инновационной рельсо-струнной транспортной технологии, которую уже почти 40 лет разрабатывает Анатолий Эдуардович Юницкий. Оно стало промежуточным подведением итогов на пути внедрения транспортно-инфраструктурных комплексов SkyWay по всему миру. Его участники смогли воочию убедиться в том, что несмотря на начало строительства экотехнопарка SkyWay только в сентябре 2015 года, а также недостаточное финансирование, на данный момент уже сделано очень много, причем все работы идут согласно намеченным планам. Главная цель проведения экофестиваля заключалась в ознакомлении наших партнеров с новейшей информацией о состоянии дел в проекте, а также кратким экскурсом в историю, необходимым для того, чтобы лучше понять место предлагаемых технических решений в мире, где идет упорная борьба за право называться пятым типом транспортного средства в новом шестом технологическом укладе. Самым же большим достижением экофестиваля стало более широкое распространение информации о SkyWay, вовлечение в нашу орбиту все большего количества участников, а проект уже поддерживают инвесторы в 55 странах всего мира, что гарантирует успешное строительство экотехнопарка, апробацию и международную сертификацию рельсо-струнного транспорта Юницкого, обеспечив таким образом более чистое, безопасное и обеспеченное будущее нам, нашим детям и внукам.